светящийся слон, музыкальный фонтан – все фигня. Мы считаем, что город начинается с въезда. А на въезде в Ставрополь гостей встречает легендарная пирожковая, где уставших с дороги путешественников ждет добрая атмосфера и вкуснейшая выпечка. Заглянем внутрь. Пирожки часто покупаем, очень хорошие, нам очень нравятся. Да. Мы вот когда ездим на совещание сюда, это регулярно все едем, останавливаемся здесь, затариваемся от души. Давно, да, как бы сколько стало, едем, останавливаемся, допустим. Мы приехали с Левокумского, Буденновского района. Ну, для Левокумского товарищ с Буденновского. Действительно, очень вкусный и сочный пирожок. Ну уж такой выпечкой можно точно смело наесться. Ассортимент очень огромный, на любой вкус и цвет. И есть ПП пища, есть что-то для тех, кто любит пожирнее. Пирожки, опять же таки, все разнообразно. Есть свинина, есть курица, есть овощи. Большой выбор сладкой выпечки, огромный выбор. Уже, пожалуйста, кому что нравится. И печень, и картошка, и капуста разные. А еще здесь делают компоты собственного производства. Причем они вкусные и полезные. Хотите тоже вкусно покушать? Записывайте адрес. Пирожковая находится по адресу село Старомарьевка, Дорожная, 9D.